Всем привет, друзья! Приехали сегодня на Лядовский, крест колесничество. Будем ловить сегодня все доступные виды рыбы. Взял с собой живца, живца уклюю, живца плотву. Сейчас пойду схожу, поставлю 5 жерлиц. Поставлю также постановку на окуня, на уклюю. Ну и буду пробовать ходить на мормышку, либо на отводной поводок. Может быть, попробую еще на зимний фидер. Ну и что получится из этого? Посмотрим. Сейчас приехал ли уже. Сегодня, блин, задержался. Время уже, наверное, где-то 8:30. Сейчас дядька уже пошел убрить себе лунки. Людей много. Значит, возможно, клевать сегодня будет, раз люди приехали. Все, погнали. Тройники. Поставил. Ну все. Mm-hmm.
Ну и на той тоже клевал. А на что клюет? На червя? И на опарыша, на червя. Первый на опарыш попал, второй вот на червя. Ага. Червя. А? Ну, мне, можно сказать, практически все на червя и стоят. Такая неплохая уже. Уже неплохая. Тоже неплохое. Шара. Были поклевки. На червя, наверное, надо. А я вот так ее выпускаю, она по одну, короче, потихоньку как летит. Согласен. Сюда перебраться. Да и чё, карась. Там есть лунка, сэ? Ну нахуя назад лунку. Забираю. Кошкам скормишь хотя бы. Ну, я не из этого. Я этих мелких по ней, чем мясорок, кур. Кишки другая, икру только вытаскивать. Не-не-не, это пока натягивает, пока по дну. Садится, плюс то, что плотность. Просто дядя Игорь ушел, и хорошо все стало. А? Да.
Что-то есть. Фидер, как всегда, сработал. О, густерка на червя. Чего-то сейчас, блин, так клюнуло, но не закручивалось. Платочка. О, и там начало клевать. Опять на червя. Корм пока есть. Только на парик. Ручки зацепляются. В общем, потихоньку таскаем. Вот видите, какая хорошая на червя на заглад. О, какая хорошая. На самом деле перенесу, поставлю. О, сюда. На червя. Еще пока тишина. Сейчас пробую на отводный поводок. Уже одну густерку поймал. Мяк. Только успеваю забрасывать. Ну, он тоже съедобный.
Открывай. Вот это я съел. Была похлёвка. Разбили. Съедобно уже. Распушился сразу. Выдрезнил, окуня ладошина. Оставил, ведь без присмотра что-то сидит. Ну, что-то небольшая буточка. Зелочки загнуты. Наверное, здесь сидит. Что-то есть тоже. О, даже две штуки. Здесь сразу по две штуки. Все потихоньку собираемся домой. О, опять потычка густера. Итак, вот что удалось мне поймать. Одного даже ельца заловил. Ну и такого окунька более-менее крупного, плотвичка и густерка.